Капитан Херман. Космический пират. Я... Что же мне теперь делать? Скоро мы столкнемся с врагом, и у меня даже нет официального положения на этом корабле. Мне еще не сказали, какие у вас правила, какой кодекс, что мне делать, что не делать, кто кому подчиняется. Делай все, что хочешь. Вы шутите? Все остальные делают именно это. Настанет время, когда я буду отдавать приказы, но не нужно вслепую выполнять их. Ты разочарован? Она сказала мне, то есть Кейюки сказала мне, что у меня здесь нет места. И, возможно, она права. Мне от этого плохо. Но нет места не только на вашем корабле, но и на планете мусорных свалок тоже. Я не знаю, куда мне идти, с кем бороться, что мне делать. У меня тоже нет места во Вселенной. Вообще нет места. Нигде. Поэтому я бесцельно брожу по Вселенной. Шестая серия. Грустная улыбка черепа. Я недовольна. Как тривиально. Я не могу насладиться этим всем сердцем, если конец будет таким простым. Не нужно вешать нос. Впереди нас ждет новое угощение. Этот человек... Впереди дрейфующие объекты. Кажется, это... Остатки космической армады. Через 5 минут будем в центре места действия. Но кажется, для них битвы уже закончены. И все-таки Аркадия что-то чувствует. Что-то там осталось. Кей? Да. Где наш первый офицер? Первый офицер капитану. Я сейчас занят. Он всегда так отвечает. Понимаю. Это меня волнует. Я боюсь. Мне страшно. Я боюсь. Я подчинюсь тебе. Да.
Я подчинюсь тебе. Что здесь происходит, черт возьми? Он все еще жив. Он цел. Смотрите, их много. Что вы будете делать? Они нас прикончат, если будет такая скорость. Они лают на нас, потому что просто боятся, как собаки. Это не наши настоящие враги. Может быть, это и твои враги. Если хочешь, дерись с ними. Ты должен выполнять наши команды беспрекословно. Это ваша иллюзия. Я не люблю иллюзий. Пошли отсюда вон. Мы везде во Вселенной. Если, по-твоему, это иллюзия, одновременно это и реальность. И в качестве доказательства я могу... сделать так, что ты подчинишься. Слушайте меня внимательно. Вы избраны. Вы избраны. Вы будете играть центральную роль в правительстве новой Земли. Вы будете вести за собой этих идиотов, земное население. Но вначале вы должны научиться подчиняться. Он только что из Плутона? Неужели? Интересно, а как он здесь оказался? Исчезнуть, умереть в космосе — это позор для нашей семьи. Юкихито, слушай, я обещал себе, ты никогда не закончишь тем, чем закончит твой отец. Наше общество поражено. Наши жители погрязли в гедонизме и лени. Вы призваны сюда, чтобы помочь нам вернуть все на круги своя. Нет, мама. Кажется, это какая-то космическая болезнь. Как жаль. Все потому, что она была исследовательницей. Какой ужас. Кажется, я тоже умру здесь, в межпланетном пространстве.
Неважно, каким спокойным ты кажешься, твои гены не обмануть. Внутри у тебя бушует буря. Я расскажу тебе о Земле. Хочешь? Я знаю, что такое для тебя земная жизнь. И какое существование ты там вел? Когда-то ты обещал своей старой подруге одну вещь. Но ваша планета была проклята с самого начала. Ее судьба – ключ к нашей судьбе. Только она может снять печать. Вы, люди, как личинки, как черви, которые копошатся на ее лице. Я пообещала, что я сделаю так, что ты придешь и все увидишь своими глазами. Вы, друзья, предавали друг друга одного за другим. Вы предатели. Ты подчинишься. Сабу, что с тобой? Ты подчинишься нашим распоряжениям. Ты подчинишься. Ну как, нравится тебе терять друзей одного за другим? Название моего корабля — Аркадия. На его борту только те, у кого не угасла надежда в сердце. Никто. Никто не отдастся на милость страха на моем корабле. Метод, который ты используешь, вселить в людей страх и ужас, это то, что я ненавижу больше всего на свете. Я не разрешу тебе сделать это на моем корабле. Какая глупость, какой абсурд. Ты можешь считать себя кем хочешь, но твои друзья уже начали мне подчиняться. Я никогда не предам своего капитана. Если хочешь, убей меня. Прямо сейчас, убей. Я поклялась отдать всю свою жизнь за Херлока. Я не стану рабыней ни для кого, кроме него. На самом деле я слабак, бесхребетник. Но я встретился с мисс Кей, я познакомился с ней и пришел на Аркадию, поэтому я не поддамся тебе. Что? Я говорил тебе, тебе ничего не удастся, но кто-то из предателей должен оказаться на этом корабле. Хотя бы кто-то здесь, кто знает, что такое страх, и предаст тебя и всех своих друзей. Что? Кто ты? Больше нет экипажа? Нет, это не человек. Это невозможно. Это не в человеческих силах. Я не могу это понять. Во Вселенной этому не место. Меня трясет. Неужели это от страха? Но этого не может быть. Даже тело, которое я взяла взаймы, начинает меня изгонять? Что вы за люди? Что вы за существа? Прочь! Изыди! А почему так тихо? Что случилось? Здесь только что было очень шумно. Кто-то с кем-то спорил. Кажется, мы их потеряли. Интересно. Тогда зачем я здесь? Первый офицер. Направление. Вперед на 15 градусов. Дистанция 120 тысяч километров.
Относительная скорость 77%. Я хочу, чтобы все двигатели работали на полную мощность. Угол поднятия 45 градусов. Есть, сэр. Уровень энергии довести до 200%. Мы идем на полной скорости. Все ясно. Они летят сюда. Они направляются к нам. Что случилось? Что с тобой? Они идут, нам не уйти от них. Они летят к нам. Быть этого не может. А как же ваша мощь? Цель обнаружена. Скорость 80. 1200 метров до зоны первой пушки. Готовьтесь к выстрелу. Так, одним ударом. 800 метров до зоны поражения. Цель обнаружена. Пушка наведена. Три залпа одновременно. Огонь. Он исчез. Капитан, что нам делать? Оставьте их. Мы за ними в погоню не полетим? Вначале мы должны посетить другое место. Странно, наконец, понимать, что смерти не нужно бояться. А вот страха... Если подумать, я чувствовал страх по-настоящему лишь один раз в жизни. Это было, когда я работал в службе поддержки торгового флота. Был адъютантом. Абсолютно непрофессиональным капитаном. Что случилось? Пираты! Это Аркадия! Ну, поднимайте же белый флаг! Вы поступили мудро, капитан. Это секрет долгой жизни. Капитан, весь их груз уже перенацелен на наш корабль. Отлично. Поехали. Хочешь убить его? Нет. Эту забаву я оставлю на потом. Он посмотрел мне прямо в глаза. И все мое тело задрожало, как в лихорадке. Я ничего не мог сделать. Однако я уверен, что он меня не помнит. Аркадия. Они вообще умеют говорить «нет»? Их все больше и больше. Что он задумал?
Это шеф Элита. Этот идиот собирается протаранить нас? Дайба! Огонь! Есть! Херлок! Херлок. Продолжение следует. Я не могу объяснить это словами. Это слишком похоже на ад. Ужасное место, где сталкиваются воля всех погибших. Я хочу отомстить за отца.